Так, ребят, всем привет. Продолжаю выживать в The Forest. Где-то уже получается 168 дней. Если я не ошибаюсь, уже здесь прожил. Смотрите, вот. Ну, в предыдущей серии, по-моему, если я не помню. Сейчас точно доделал я в итоге балкон. Вот такой вот, вот балкончик. Вот так вот. Все четенько. Все вот так вот красиво. Так, шкуры надо. Шкуры у меня, кстати, где-то добыты, они где-то висят. Не здесь, по-моему, на острове. Я их скинул. А силу прокачал, я сейчас покажу. В итоге у меня уже прокачана сила. 85,6. Представляете? Вот здесь показано, дней прожито 149, но, по-моему, здесь неправильно. Здесь потом исправится, насколько я знаю, оно здесь потом изменится. Вот, в сохраненке пишут 180, 168, по-моему. Теперь у меня сила, смотрите, позволяет мне срубать вот даже такие ветки с одного удара. Я помню, не позволял он мне рубить с одного удара ветки такие. Вот таким, именно таким топориком два раза надо было ударить. Но сейчас я могу один раз даже ударить и... спокойно. Так, еще что из новинок. Вышку я, кстати, доделал. Закрываем. Смотрите, не на запись, но я сделал себе плот большой такой, дом на колесах, хотел сказать. Дом такой на воде. Вот строю вот вот такие вот вещи, чтобы в случае чего можно было его затарить и куда-нибудь поплыть, что-нибудь сразу, какую-то новую базу себе соорудить. Сейчас хочу пройти вдоль берега туда. Возможно, поохотиться, может быть, каких-то шкур подобывать, не знаю. Сейчас чуть-чуть порубим кусты здесь. Чуть-чуть буквально. Так, все лишнее, да? Так, сейчас, секундочку. Высокие. Кстати, я тут уже заготовил даже... Сейчас, секундочку. Оп. Вот тут даже для палок будет. Бревна сразу, если что, вести. Тут и вода сразу есть, лекарства можно будет собирать, мясо, шкуры, правда, не заготовить, негде мне было их ставить, но лес вот можно ставить. Шкуры бы я сюда все равно бы не поставил, потому что я проверял, сюда не ставилось почему-то. Места не хватало, наверное. А наверх, возможно, бы и поставилось, кстати говоря, как вариант. Давайте просто посмотрим. Так, не здесь, не здесь. Вот это вот, да? Ну нет, не ставится она никак. Она все равно, по идее, должна ставиться, даже если не ставится она. Эти вот белые, они не перекрывают. Но почему-то не ставится вот эта вещь, не знаю почему. Не хочет. Так, ладно, значит без нее. Так, идем туда. Хотел я сходить. Да вот, кстати, может быть сейчас поохотиться. Сейчас, во. Что и требовалось доказать. Отлично. Сейчас возьмем мясо. И заодно шкуру оленя, которая мне нужна. Так, голову. Голову брать не буду, белка. Так, кстати, сейчас, скорее всего, еще олень будет.
Блин, как же вот это мерцает флажок. Мне уже, честно говоря, надоело. А что с этим делать, я даже не знаю. Отлично. Так, три шкурки. И у меня, по-моему, на острове еще есть. Так, ну все, лишнее. Сейчас только шкуру возьму, да и все. Давайте, знаете, что сделаем? Сплаваем, мясо повесим, если там место есть. Там, кстати, может быть и нет места. Да, тут все забито уже. Давайте, знаете, что сделаем? Сделаем еще одну тогда. Под мясо, да? Так, кстати, а я могу... А, нет. Все, ладно. Пускай будет НЗ. Что-то я быстро проголодался так. Собираем мясо. И тут тоже где-то валялось. Пойдемте, пройдем туда, посмотрим. Вообще, я хотел сходить, тут крокодилы где-то неподалеку есть. Вот чуть дальше туда. Но не знаю, будут, не будут. Один раз точно были. Тут ящерицы, я знаю, есть. Так, кстати, а тут никаких трав не растет полезных. Кругом тотемы стоят. Тама тут стоит. О, ящерица. Ящерица. Заяц. Еще один заяц. Не, ну заяц мне не нужно. Я хотел шкуру этого добыть. Во, ящерица. Алло. Что такое? А-а-а. Блин, флажок этот в центре. До этого он был как-то по-другому у меня. Сейчас постоянно мерцает он. Не очень мне это нравится. И не знаю, как это главное исправить. Тут пещера, да? Или нет? Да, тут пещера. О! Местные ребятишки бегают. Так, забираем. Где там этот голожопый-то? Куда он там? Направо побежал, да, по-моему? Слышу, слышу тебя. Выходи. Где ты там? Ноешь, блин. Я же слышал ее.
Так, вон там есть крокодилы, насколько я знаю. Ну, в этой части точно есть. Возможно, где-то еще есть. Так. Бутылечек дай мне. А, все, уже я понял. Лишний. Кстати, тут ничего не растет полезного. На этой поляне что-то особо не видно. О! Чемоданы. Собираем всякую хрень ненужную. О, часы. Можно будет, да, бомбу сделать. А витаминки дайте полезных каких-нибудь. Что у меня тут? Тихо, 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 тихо. Да, ты не ударь нормально, что-то. Вот и витаминки. Так, еще есть. Еще есть. Заяц вообще не пуганный. Ага, тут два водоема, пруд есть вот такой. И там, по-моему, тоже пруд большой, в котором, я знаю, есть пещера. Но мне на этот пруд не надо. Я хотел сходить туда, вдоль берега. Все, ничего не успела сделать, просто. Даже подумать не успела. Так, еще возьмешь? Да, спокойно. Сколько там всего? Мясо, да? Вот такого мяса. Олени три шкуры. Шкуры ящерицы три штуки. Отлично. Так, ладно, здесь у нас что-нибудь есть. Тряпочки и палочки. Так, здесь можно сохраниться, насколько я знаю. Давайте это сделаем. 168 дней. Отлично. Да, то тут такой звук какой-то был такой. А, это все, я понял. То есть заяц тут, блин, шороху наводит. Так, четвертая шкурка. Возьмешь? Возьмем. Мясо уже лишнее, я понял. Четыре шкурки, неплохо. Неплохо, кстати, тут вот еще бы крокодила бы какого-нибудь замутить бы. О! Ты одна тут? Или это ты или она? Это она, да, это она. Держи. А, зараза-то, держи. Ха-ха, нормально. Не попадешь, не попадешь. А вот я. Вот так вот. Ага. Держи. Так вот. Не крякай. Так. Я себя все забрал. Вот теперь все. Полежи пока. Ты мне не нужна, как бы. Некогда с тобой тут возиться. Уже темнеет, да? Здесь, я знаю, бывают крокодилы. Так, а я не понял, уже вечереет, да. Кстати говоря, сейчас надо будет возвращаться. Вон там гуси какие-то, да, либо утки. Так, ну вот сейчас здесь крокодилов почему-то нету.
А во! Вон он! Вон он, парнишка этот. Здорово! Тихо, 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 тихо. Парень. Держи. Ты жив там? Хватай. Давай, погоди, 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 погоди. Держи. Есть. Я как Тарзан. Ты жив, нет? Да, сколько тебе можно засадить? Не-не-не-не-не-не-не, погоди. Есть. Все, снимаем шкуру дракона вот этого. Берем голову и бегом домой. Мясо нельзя, да? Все. Валим отсюда. Кстати, по-моему, вон еще один бежит за мной. Еще один крокодил бежит. Да, мужики, привет. Я у вас крокодил одолжил. Да-да-да-да-да. Дуди, отвали. Не поймаешь. Не поймаешь. Все, покедово, я вдоль берега, вы мне уже тут ничего не сделаете. Это в глухомане, где-нибудь в лесу сейчас по темноте бегать. Там, да, там, блин, на кого хочешь можно нарваться и растеряешься просто в темноте. А тут я сейчас спокойненько доберусь. Вот, крокодилы башки у меня, по-моему, нету. Да, у меня акулья есть, а вот крокодила еще нету. И мясо набрали, и шкур набрали. Прямо шикарно. Я уж думал, все, крокодил не будет. Потому что я как-то ходил, тут не было вообще. Не заспавнились. Так, в принципе, недалеко осталось. Так, ребята, давайте повесим голову. Пока не знаю, я вот нашел сюда место. Пускай здесь висит. Пускай будет. Так, надо шкурки. У меня здесь 3 с собой, да, только? Да, только 3 с собой. Так, ну что ж, идем сохраняться. И ночевать. Ага, ну да, когда заходишь в игру, первую ночь ты не сохраняешь. Ну, то есть нельзя ночевать почему-то. Ладно, ждем тогда утра. Так, ну что, утро. Утро, ночью дождик был. И один гаврик. Где-то за забором бегал, орал. Так, ладно. Одной шкурки пока не хватило. Но сейчас на остров я не поплыву специально за этим. Тут все тихо. Так, давайте выйдем на балкон. О! Местные уже гуляют, патрулируют и идут. Идут в гости, если честно. Идут в гости. Пойдемте встречать гостей. Встретим их. Конечно, на чай звать не будем. Так, дай мне съесть ягоду. Все. Так, кстати, ночью кто-то разрядил все ловушки. Четверо. Алло! Держи!
Не. А вот я, да. Не. Не. Держи. В прыжке. Так, есть один крякнул. Чё думал, я не увижу, что ли, а, говнюк? Куда ты руки свои тянешь? Вот гаденыш. Я тоже так могу. Эй! Все, есть, отлично. Где еще один? Попался, что ли? О-о-о, парень. Не ной только. Ты в курсе, что ты влип? Вот я сейчас за всех отдуваться просто буду. Сейчас я заряжу. Погоди, блин, как же эти флажки надоели. Сейчас. Я тебе сейчас уделю внимание. Ты сейчас просто весь во внимании будешь. Уделен просто. Так, ну-ка. Белка, да? Белка, ты меня достал, вот серьезно. Извини. Извини, птицы есть тоже хотят, я тебя поднимать не буду. Вот, но ты мне все ловушки тут сбиваешь. Че, обалдел, что ли? А ну-ка в лицо. Хорошо. А вот так? А вот так? О! Кстати говоря, там еще один был, но он ушел. Он ушел, он увидел, что какая-то тень упала, он понял, ну его, тут пацаны что-то на раз-два ложатся сегодня. И правильно сделал, он не стал рисковать. Он умнее вас, всех остальных оказался. Так, я сейчас что сделаю? Я тебя сейчас с палкой один раз херакну, а потом отпущу. Вот прямо вот так вот. А теперь отпускаю. Ты просто так не отделаешься. Давай. Подходи. Вот ты дурачок-то, а. Попытка номер два. Иди сюда. Назад не иди, дурачок, блин. Вот дятел-то, а. Ну ты дятел-то, вот ты. Ты чё, не понимаешь, что ли, а? Говнюк-то, а. Сюда иди. Иди сюда. Назад не пяться. Сколько тебе раз можно говорить, а? Все. Отмучился парниша. Не, ну раз он тупит, что, я виноват, что ли? Что он не понимает, что нужно... О! Здорово! Ушел отсюда. Ты один или у вас тут, как обычно, один, да? На, держи приглашение. Поймал? А теперь... Отлично. Ах ты гаденыш-то. Давай, беги. Лови. Ты как? Жив? Че ты ноешь? Не скули. Поднимайся. Ты думаешь, ты вот так вот. Ух ты, тебе сейчас повезло, я бы тебя сейчас втащил-то бы, а? Где эта клуша? Где? А, ты пришла оплакивать. Я тебя понял. Ты пришла оплакивать, да?
Ох, тебе повезло просто сейчас. Втащил. Еще разок. Ох, тебе, блин, реально повезло сейчас. Не боишься, что ли, а? Ты жив? Не. Так, иди сюда. Любите прыгать? Я тоже так могу. Все есть. Схватило. Иди сюда. Раз. Два. Где тут? Три. Тут человек шесть должно валяться. Чтоб вы тут на поляне не лежали, тут не тухли, надо вас сжечь. Так, еще один. Так, по-моему, еще должен быть или нет? Сколько я уже? Уже 6 штук. Но давайте пройдем еще раз, посмотрим. Просто я не уверен, что их 6. Кто его знает? Нигде я тут больше не положил их. 6 только, да? А, вот. 7. 7. Поджигаем. Так, отлично. Дровишек добавим, вот. На костер. Так, что по броне? А можно, кстати... Да, сейчас брони наделаем. Четыре. Должно хватить как раз еще на один. Семь. Так, по стрелам 30, но у меня палок мало, блин. Палок мало. Успею, кстати, за палками надо сбегать. И ягодину съесть. Сейчас вот тут возьму пару штук. Это просто. Вот так вот. Да вы серьезно, уж дал, еще даже не прогорели. Давайте быстрее. Так, следующий. Кричит заведующий. Еще двое. Есть такое дело. Так. Сколько там надо? Палка, что ли, нужна? Нет. Кость. 5. Ну-ка, хватит. Я просто не помню, сколько на стрелы нужно. Да, хватает. Итого 40. Итого 40. Сколько же от них мух-то, ё-моё. Кстати, насчет ловушки. Ребята, видел такой, ну, гайд, не гайд. Ну, честно говоря, не гайд, но видел. У одного летсплейщика по этой игре. Делаешь прямо вокруг. Сейчас покажу. Нет, сейчас не покажу, там кости. Звук костей был. Сейчас соберем, когда... Так, 9. 9.
лично. Просто шикарно. Местные мужики пошли, женщины, на амуницию. Амуницию из них сделали. Так, лишний, я понял. Так, 10, да? 10. Дай мне взять кость. Дай мне взять. Так, отлично. Все вроде, да? Вроде да. Итак, что я хотел показать насчет ловушки. Смотрите. Я, конечно, не тестировал это дело. Вот, но я видел, а значит, это, в принципе, работает. Берете. Так, ищите, где лавочка у нас. Лавочка у нас, по-моему, где? В мебели? Да. Вот так вот ставите. Допустим, раз. Я просто покажу, как бы. Два. Ну, ближе надо, ближе, чтобы не было промежутков, как бы. То есть, понимаете, да? Вот как бы ближе надо. Прямо, чтобы вот полностью квадрат сделать. И все, и животные, животные бегут. Дело в том, что, как бы, получается, вы автоматом, когда взводите ловушку, туда как бы приманка ложится. Не просто палочка ставится, да, там еще типа приманка какая-то ложится, которая приманивает животных. И тем самым животные бегут, упираются вот в этот вами созданный барьер. И попасть не могут, но при этом они начинают скапливаться просто вокруг. Может и 10, и 15 животных тут скопиться. Вот представляете, а вы где-нибудь встали вот здесь вот, там в 15 метрах, и настреливаете их. То есть за раз вы берете не одно животное, которое там бегает, ненужное вам, да, а просто прибежали сразу, 10 штук настреляли, вот и все. Так что пробуйте, должно сработать. Ну а на этом все, ребята, всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи и до новых встреч. Пока.